Эдвайс, цифровое агентство недвижимости для застройщиков. Добрый вечер, дорогие друзья. Предлагаю вам ознакомиться с проектом Эдвайс. Это цифровое агентство недвижимости для застройщиков. Пока ключевое слово застройщиков, объясню позже почему. Немного о рынке. Как на сегодняшний день устроен рынок агентств недвижимости? Значит, брокеры ищут квартиры, размещают их на маркетплейс и ждут входящего звонка. Что делают застройщики на сегодняшний день? Создают сайт, дают рекламу, получают конверсию 6% в сделку. И прошу обратить внимание, куда уходят остальные 94%. 30% уходит от застройщиков конкурентам, 32% уходит на вторичку и 33% откладывают покупку на длительный срок. Что делает Эдвайс? Собираем куки, матчим их с номером телефона, определяем потенциального покупателя по глубине просмотра, количеству просмотренных и далее звоним самостоятельно, делаем портрет потенциального покупателя. Агрегировали 160 ЖК по прямым договорам с застройщиками. Обращаю внимание на то, что 30% входит к конкурентам. Соответственно, планы стоят 250 ЖК агрегировать и предлагать потенциальным покупателям. Как работают все брокеры, агентства недвижимости? Средний процент 1,5-1,8 сделки на брокера в месяц. Эдвайс делает 4 сделки в месяц. За счет чего мы это достигаем? За счет того, что анализируем 450-600 тысяч пользователей, ну это куки по сути, интересов в день, дальше обрабатывается 4-7 тысяч контактов в месяц и дальше переводим от 450 до 1200 заявок в месяц на застройщиков. Средняя конверсия из лида из интереса в лид 2%, из лида в покупку 6%. Наш лидер по продажам группа компании МИЦ, а прошу обратить внимание на показатели Эдвайса, мы... Последняя компания «Этажи» находится здесь. Мы в 4 раза больше передаем потенциальных покупателей. При этом конверсия из наших клиентов в 2,5 раза больше. Что из себя представляет за 4 месяца показатели компании «Эдвайс»? Доход 7,3 миллиона, себестоимость 2,04 миллиона, маржинальность 5,2 миллиона, чистая прибыль минус 4,2 миллиона, общие вложения 8 миллионов рублей. Откуда такие цифры? Цикл сделки 2,5-3 месяца. На сегодняшний день 56 клиентов находятся на стадии покупки, оформления ипотеки, заключения ДДУ. В ближайшее время оборот удвоится в течение 2 месяцев. Задача на 2019, цель, извиняюсь, стать лидером в России по продажам недвижимости. Задача на 2019 год, декабрь, 62 миллиона рублей в месяц, это 563 сделки. Каким образом они получаются? Годовое количество сделок – это 1,3 миллиона. Соответственно, лидер в этой области компании «Этажи» – 8 миллионов рублей в год оборот. Что мы привлекаем? Привлекаем 30 миллионов рублей под два варианта инвестиций. Либо под 25% годовых, что означает 37,5 миллионов рублей, либо 10% долю в компании. Для чего? Масштабируемость до 100 человек уже в 2019 году, школу продаж построить и франшизы в регионы. Наша команда Грязнов Сергей, Ольга Варфоломеева, Ирина Устюжина – это сотрудники лидера компании «Этажей». Спасибо большое. Спасибо большое. Отличный проект.